не клюет что-то в этом месте. Вообще утром клевало. Поймал штук 5 подлещиков хороших. Сейчас вот что-то не клюет. И люди ходят тоже. Вообще отгул надо брать, среди недели приходить, да, рыбачить. То что будет в выходной, не знаю, убийство какое. И что удивляет, обычно густер и сапа ловится, а тут подлещик. Вообще приятно, который зимой редко клюет. Тут на 6-м карьере клюет. Сейчас не ловится. Это ради рыбы. Вот утром какие ловились. Рыбки. Вот. Подлещики. Вот утром. А сейчас вон какая попалась. Это опа. Вот густера. И вот. А это подлещики.